мягкие и любят ушами. И всю жизнь живут с каким-то крокодилом. Но если честно, то они самые добрые, потому что могут простить мужчине все, даже если он ни в чем не виноват. Женщина — это нежное, слабое, беззащитное создание. Только от этого слабого и беззащитного создания нет никакого спасения. Да, женщина — это прекрасная смесь чистой нежности с нечистой силой. Музыкальную композицию Мануэля Пенелла «Дикая кошка» исполняют Дмитрий Усов, Вадим Латыпов, Дмитрий Друковский, Александр Дементьев и Сергей Цыпков.